have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, у нас тут куча вещей, которые нам надо сделать, я не знаю, если мы будем перед открытием таверны видеть, что всех запасов хватит на день, да, я знаю, я не уверен, что я хочу сегодня открывать таверну, денег у меня вроде хватает, так, кстати. Старый коврик, а я не могу его как-то поместить куда-то, ладно, нет, не М, Б, поехали. Нам нужно сделать кучу всего. Ой, сегодня дождь. Что нам нужно для маленького стола? Маленький. Нет, минечка, отдельный стол. Маленький стол. Нужны деревянные доски 20 штук. Нужны железные гвозди 15 штук и деревянный столб. Еще раз. Доски 20, столб 10. 20 досок, 10 столбов, и их мы можем делать только из этого. Так, ладно, пока оно там все делается, поехали гвозди клепать. Я не знаю, на сколько гвоздей нам это все хватит. Значит, на гвозди нам нужен железный слиток, на 5 гвоздей. То есть, по идее, нам нужно 3 железных слитка. Не то. Раз, два, три. Отлично. Можно будет, пусть потом медную плавит, на всякий случай, нам потом в будущем понадобится. Во-первых, во-вторых, о, оно пополнилось. 5. Фух, оно пополняется, хорошо, это приятно. Поэтому эти не исчезали, да, потому что у нас постоянно пополняется. Супер. Просто великолепно. Железные слитки. А, их по 2 делается за раз. Ой-ой-ой, это вообще суперски просто. Давай, тут все делается, там все делается. Супер, деревянный стол. 10 штук. Сколько у меня это досок там заберет? Сейчас посмотрим. Так, гвоздики тут потихонечку клепаются. Досточки у нас там пилятся, режутся. Значит, нет, на самом деле все хорошо. Давайте я себе инструменты вот сюда сложу, сечечки сюда закинем. 2. Тут все доделалось. Железные гвозди. Я думаю, нам их уже хватает. Что у нас тут по... 5 столбов, сейчас будет 10. Хорошо. Отдельный стол. Чего нам не хватает? Подожди, сколько тебе столбов надо было? 15 и досок 20. Я понял. Столбов еще 5, пожалуйста. И... Давай, делаем. У нас пока что доделаются последние гвоздики. Железные. В принципе, если все регенерирует, и деревья, и камни, то это вообще не проблема. Маленький стол. Стол, стол, стол. Давай. Столбики. Мне теперь не хватает просто дерева, да? Да. Деревянных досок не хватает. Которые у нас сейчас крафтятся. Как раз я их заказал. У меня, скорее всего, уже есть сколько-то там. Но я не помню сколько. А, на таб инвентарь, кстати, не открывается, это печально. Чего это было? Все, да, у меня всего хватает, маленький стол заказываем. Сейчас тут пока мои досточки еще подъедут. Ну, хорошо, у нас тогда есть лавочка для этого стола. Почему бы и нет? Она у нас где, получается, лежит? В этом инвентаре. Маленькая скамья. Давайте мы ее с собой закинем. Палки нафиг. Так, руда, вода, железо. Все это супер. У нас потихонечку есть всего этого.
Давайте скорее, скорее. Можно, кстати, пока подобывать, наверное, камушки. Заберем еще и деревяшечки наши. Ну, в принципе, все обалденно. Давай, давай, доделывайся скорее, дружище. Мне уже тебя забрать надо. Это нужно было еще сделать в прошлой серии. Пожалуйста, поскорее. Кстати, шкала снаружи, она немножечко не соответствует шкале внутри. Награда 4 чего? Бумажные салфетки. Держите стол в чистоте. Супер. Можете открыть кухню, когда вы будете готовы, закройте таверну и направьте ее в северную часть. Разблокировать кухню находится в северной части. Но у нас таверна и так закрыта, мы не особо что делали. Сорок. Открываем таверну. Тринадцать каша. Так, этого у нас нету. Бочонки пусты. Ладно, не буду пока подливать воды. Чё ты хочешь? На, держи. У меня другой каши-то нету. Поэтому воду надо. Посетитель начал буин, такие посетители ощущаются значком «ы». Возьмите я рядом с ним, чтобы успокоить. Буин и посетитель будут раздражать окружающих. Офигенно. Подождешь. О нет, посетитель начал доставлять неудобства. Такие посетители будут всех раздражать. Ударьте его швары, чтобы выгнать из таверны. Пошел отсюда. Так. Хрень, а не заведение. Ладно, ладно, я буду потише. Стоило всего лишь пригрозить человеку шваброй. Он моментально успокаивается. Все? Нормально вам? Создайте один маленький... Так, тебе воду. Сейчас, короче, я на вас немножечко заработаю. Наверное, бумажными салфетками какими-то убирается быстрее или проще, или что-то такое. Так, ты давай отсюда. Надо столкнуться с каким-то разбойниками, было неприятно. Ну, неприятно, понимаете? Не то чтобы страшно, ужасно. Неприятно. Камин можно разжечь, кстати. Ну, мне это нравится, но не сейчас. Пошел отсюда, с санной метлой тебя выгонять буду. Так. Все довольны нафиг. Закрываемся. Не хватит денег. Одну маленькую скамейку создать. Так я уже создал. Маленькая скамейка. Еще одну, что ли, создавать? Просто потому, что вы не увидели, как я создавал первую. Нового уровня. Каждый уровень дает вам новые предметы и технику. О, прикольно. Технология... пивоварение и кулинарии, наконец-то. Блин, прикиньте, человек собрался открывать таверну и не умеет не готовить ничего. Нажмите что, чтобы открыть фрагмент рецепта. А, Т, чтобы открыть фрагмент рецепта, плюс 10. Т. С помощью технологии вы сможете изучать новые рецепты. Чтобы изучать технологию, нужно потратить очки умений, которые можно заработать, изготовляя предметы. А, очки умений бывают физические, природные и умственные. Строительство скоро будет, скоро... В смысле скоро будет, его в принципе еще нет. Доступна репутация таверны 2, я понял, здесь, значит. А у меня 3... того и 2 того. А, то есть мне...
мягкие. Мне не хватает вот этих вот... Фига себе, это не или-или, это комбинации прям, да? Так, кухня, награды. Так, это большая... Больше скамеек, создайте одну маленьких скамеек. Одну маленьких скамеек, супер. Ребят, свалите, пожалуйста. Блин, ушли и насрали за собой. Хорошо. Значит, Б. А мне за столиком нужно переться. Ты у нас кто? Маленькая скамейка. Где мой столик нафиг? Почему мне за ним нужно переться сюда? То есть у меня, конечно, там есть отделение возле моей кровати, куда я могу пойти, но сюда просто ближе. Б. Почему я хочу... Предмет не сильно большой. Еще одну маленькую скамейку, да? То есть вы хотите сказать, что иди нафиг, то, что ты сделал маленькую скамейку, никого вообще не касается, иди делай еще одну. Супер, что для нее нужно? Деревянные доски 20, гвозди 10. Деревянные доски 20. У меня слитки-то остались. Топим слитки. Практически весь жар потратим, который у нас там есть. Ну, в принципе, ладно. Вот это немножечко жаль, что игра не понимает, когда ты уже что-то сделал. И она тебе говорит, о, делай это еще раз. Теперь мне жара не хватает, отлично. Что там можно было в дрова-то привыкнуть? Дрова. Поддерживает огонь древесина. F топливо, значит, закидываем уголь, и по идее нам там должно быть норм. Ты дурак, у тебя 86. Сюда тоже топливо. Почему? Это же это нечестно. Почему на наковальню и в печку? Ну то есть там я понимаю, зачем нужен. Игра, я считаю, что так нельзя. Так. Сделаем еще гвоздей. Ну просто сюда нужно топливо и сюда нужно топливо. Тут у нас 86, 85. Давай скорее делай. Пойду уже скамейку закажу себе. А, тут тоже доделался. Скамейка будет сейчас 35 лет еще делаться. Можно пока что пойти какое-нибудь дерево срубать. Потому что мы дерево много тратим.
А что с ростками делать? Я могу их как-то, наверное, куда-то посадить, да? Хворост, древесина. Хвороста можно топить, но он просто не так много дает, как хотелось бы. Там уже скоро доделается. Кстати, можно бы подобывать. Это медь, правда, не то, чтобы мы просто многие пользовались, но окей. Ты доделался. Награда. Канделябр и свечки. Супер. Купить настенный календарь. А где его купить? Может, расскажете, где тут гамазин у нас есть? А, так, П. То есть я пока не возьму его из сундука, я не могу поставить. Я хочу вторую лавочку поставить, извините. Хорошо, все, поехали открывать кухню. Наконец-то! Какой третий день заканчивается? Да. Разблокирована кухня находится в северной части таверны. Как я этому рад. Просто безгранично и безмерно. Это ваша кухня. Давайте приготовим немного каши. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Топливо. Конечно же, топливо. Весь хворост сейчас туда просто зафигарим. Каша. Сколько ее надо приготовить? Некоторые рецепты можно разнообразить добавкой. Можете добавлять дополнительный ингредиент. Некоторые рецепты требуют обязательных добавок. Нажмите, чтобы продолжить. Для приготовления каши требуется зерно. Попробуйте переместить ячмень из вашего инвентаря в один из слотов. Таким образом вы приготовите ячменную кашу. Вы не напомнили обязательные требования, например, для приготовления... Я понимаю, там говорится пробел, но каждый раз, когда я нажимаю пробел... Так, купите настенный календарь. Просто, когда я нажимаю пробел, то, видите, оно некорректно реагирует. Я понимаю, что это Early Access и все дела. Награда. Солодовня. Примерно получает солод из злаковых растений. Изготовлено в кузнечную... Я... Ну, хорошо, ладно. Теперь давайте сварим немного пива. Разместите солодовню из вашего инвентаря и начните создать солодовню из меня. Б. Везде нужно топливо. Это прям... некоторое время, пока вы ждете, вы можете снова открыть вашу таверну и подавать кашу. А сколько каши я получил, собственно, 20 порций с одного этого, да? А тут жареный ячмень. Неплохо. У нас тут прям мясо, рыба, супы. Красиво, красиво. Ведро воды. Листья чая. Давайте еще одну кашу сделаю. Она же не пропадает. Не пропадает, вроде как. Приготовить солодовый ячмень. Так, это занимает достаточно много времени. Купить календарь. Я пока просто не знаю, где его купить. Так, каша. Давайте большое открытие, что ли. Блин, у меня свечки начинают заканчивать. А что за стаканчик? Стаканчик чего это? О, ладно. Открываемся. И тут дрова.
Так, дружище, что ты там хотел? Почему вода мне не подается автоматически? Кашу заказывайте, а не воду, блин, заколупали. У меня там заканчивается уже водичка, ее бы пополнить надо. Где мне, кстати, воду брать? Кстати, у меня же есть канделябр, точно. Так, а чуваку воду надо. Двум чувакам воду надо. Так, успокаивайся. Сидим, жрем, блин. Грязные, понимаете ли. Тут очень грязно. Как-то тут грязновато, в самом-то деле. Сами сидели, сами насрали. Четыре стакана воды, слышу вас. Дайте мне... Но нет человека. Наверное, стоит воду сюда выставлять, чтобы они подходили, сами забирали. Но, блин, ладно. Подождешь. Успокоился. Блин. Пошло отсюда. Так, вода. Две воды. Знаете что, я думаю, что я буду закрываться. Все, все наелись, все напились, блин, у всех чисто, все успокоились. Тут темно, кстати, я сюда свечку не поставил. Минус один! Чувак поставил мне минус один. А ты там нормальный вообще? А, что у нас там с солодовым ячменем? Или даже ячменем сделался? Далее заторный чай. Заторный, так. Bitter Hops, спасибо за перевод. И ведро воды, 3 штуки, супер. Чему я просто неимоверно рад. Сорить зерно, чтобы получить сусло. Разместите заторный бак. Приготовьте немного мягкого сусла. Я каждый раз это буду так произносить. Сусло. Не забудьте вернуться позже, когда оно будет готово. Сварите зерно. Б. Б. Сварите зерно. Пу-пу-пу-пу-пум. Я не думаю, что это... Сюда пока что ложить что-то. Так, вот, мягкое сусло. Солодовый ячмень, bitter hops. Ведро воды, 3 штуки. Солодовый ячмень, bitter hops. Жареный ячмень.
Это он, типа? Холодно, разожгите камин. Идите нафиг, солдовый ячмень, ядро воды. А, это здесь мне нужно... Я понял. Я, по-моему, не то делаю. Ну, хорошо. В принципе, мне это устраивает. Мне нужно канделябру поставить. А, она напольная. Фига себе. Только еще и свечки туда, да? Почему они не идут сюда? Я же их оттуда вы... Бесит. Свечи отдай сюда, пожалуйста. Так, солдовый ячмень. Ведра воды. Зачем я сюда солдовый ячмень положил? Так, салфетки, это, конечно, все круто. Хорошо. Это я одну свечку потратил, зажглось три. Вообще супер на самом деле. Жареный ячмень это явно не то. Мне нужна вот эта фигня. И ведро воды три штуки. То есть... Мне просто топлива сейчас недостаточно. Подожди. Минус три ведра воды. Готовим сусло. Хорошо, смотрите, уже на самом деле поздно. Уже 1:20. У нас так получается, что каждый денечек занимает примерно по полчаса. Пойдем спать. Как раз к утру у меня все там приготовится. Пока что. Давайте тогда будем заканчивать день, будем заканчивать, вот заправим кровать, и там у нас все готово. Да, сохранение прошло. Поэтому, пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.